La 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 la. Ага. Привет, ребята. С вами Витёк, и сегодня я буду играть Салли Фейс. Салли Крамсали. Её звали. Немножко стихами заговорил даже. Играем на геймпаде. Ничего бы как там. Игра в Стиме вышла, в общем, это первый эпизод, как говорится, там будет еще DLC, там можно прикупить, и будет еще новые какие-то продолжения истории, но мы пока посмотрим вот на это. Сразу хочу предупредить, мне сказали, что в игре есть маты, то есть там что-то какие-то будут реплики, надписи, наверное, я читать маты не буду, если они будут появляться на экране, я вас предупредил, если кто-то там будет за меня их читать, я вас предупредил, готовьтесь, поехали. Все было как в прошлый раз. Только теперь это началось в больнице. Ух, мама. А чё так темно? Ответить на звонок. Салли Крамсали. А, алло. Все хорошо, Сал. Теперь все будет хорошо. Можешь сам в этом убедиться. А Салли это он? Я думал, это она. Ну ладно. А кто это? О чем вы? Где я? Вот это хороший вопрос. Где я? Не волнуйся об этом. Просто найди меня. Странно. Голос как у моего отца. Так, отца она помнит. Уже хорошо. Дверь. О, включить свет. Зачет. Уже лучше. Собачка, телевизор, мамочки. Толкнуть. О, я ключ нашел какой-то. Ключ. П. Ага, я теперь могу ключ использовать. Ключ, найденный на полу в больнице. Ага. Ну, пошли дальше. Видимо, я теперь могу этим ключом открыть дверь. Да? Да, все, ключ исчез. Я не понял, погоди, я вышел из кирпичной двери? Что за прикол? П. О, ОП, здесь что, весь алфавит? ОПР. Я в букве Р был, ребята, запоминаем. Давай в П зайдем. Жоп, жоп. ЖДЕ 3. Какая-то тройка, смотрите, нарисована. Вон там в углу. Вот у меня за головой, прямо над головой. 3. Наверное, наверняка надо записывать, ребята. Вот такие вещи, они специально пишутся. Раньше, кстати, была то ли демка, то ли какая-то вступительная версия этой игры. В Itch.io или каком-то там сайте. И многие в нее поиграли, я честно не смотрел и не играл. Поэтому для меня все в новинку здесь. Я постараюсь спойлеров не ловить в этом смысле. Я только знал, что там было много английского, но вот так вот справился. Дождался русского. А БВГД же ее же ЖЗЗ. Это задница, пишут в чате. Д? Я вернулся. Видимо, здесь надо как-то правильно двери нажать. П-О-П-Р. Колымене. Мене-О-П. Может, какое-то слово надо создать, составить? Мноп. Оп-па. О. Нет, не О. Значит, П было правильная дверь, да? Хорошо, значит, П. Ж. Нет, Ж неправильная. П. Пё или Пе? Давай Пе. Все-таки Пё. Кто там кого Пё? Вот, другое дело. Пё. Пё. Может, какое-то я слово составляю вот этими дверьми? Смотри, опять буква П. Пёр или пёс или пёт. Пётр. Пётр, может быть, слово. Пёстрый какой-нибудь, или пёр... Кто кого, где пёр, не знаю. Пошлядина, как это начинается. Давай Петра попробуем создать. Пётр. Нет, не угадал, не Пётр. Тогда... Тогда это будет пёстрый. Или просто пёс, кстати, слово уже пёс есть. Точняк, пёс. Что это, где это я? Люди, дождь. Что они там делают?
Прикольно, лесовка. О, пес, вот он, пес. Поговорить. Кто хороший песик? Кто хороший мальчик? Я похоронил ее заживо, пацан. А, Салли-то пацан. Хорошо. Вот ты мне и ответь. А? Сам посмотри. Значит так, пес сказал сам посмотри и цифру 6 нам продемонстрировал. Ууу, Диана Фишер, мать и жена. Спуститься? Вы что, издеваетесь? Я, ребят, какой-то психодел явно играю, но это интересно, если честно. Я спустился в могилу, до этого поговорив с псом, который исчез, который, в принципе, умеет говорить. Батарейки не включены. Заперто. Заперто. Ввести код. Но у меня есть только 3-6. 3-4. 6-7-8-9. Тут еще неизвестно, сколько цифрок, я понял. Я понял. Здесь еще даже неизвестно, сколько нужно цифрок. Упс. А, вот так вот даже можно, прикиньте. Я взломал код. А, лампочку можно подобрать? Нет. Куда я? Мужик с синими волосами. У меня тоже синие волосы. Возможно, это мой отец. Он смотрит на какой-то счет, что ли? Точняк, я угадал, это отец. Дедукция. Шерлока все насмотрелись теперь. Теперь все умные стали. Пап, ты не мой сын. Мой сын не убийца. Полтергей. Это твоя вина. А, что за жесть вообще? Ад? Я в морге. Ну ты-то хоть кто? Мам. А, о, блин. Так, что с тобой? И тут я проснулся. Действительно занятный сон. Доктор Откин. Думаю, нам стоит вернуться к нему позже. А сейчас не мог бы ты поведать мне о трупе? О каком конкретно? А их еще и несколько было. Хорошо. О втором из квартиры. Мы с отцом только заселились. Это место сразу вызывало у меня странные чувства. Эпизод первый. Странные соседи. А почему я девочкой выгляжу? А я, видимо, сын. Очень странно, почему отец сына как девочку одевает, извиняюсь, косички завязывает. Но пусть будет так. Здесь мы начнем новую жизнь. И, наконец-то, сможем забыть о том, что произошло с нами в Нью-Джерси. Прогуляйся по дому, подружись с кем-нибудь, пока я распаковываю вещи. Хорошо, пап. Давай походим. Уйти. Комната Сала. Комната отца. Зайдем. Что тут, матрас? О, отец, можно поговорить. Там какая-то монетка за ним. Эй, пацан, решил отдохнуть от распаковки вещей? Отличная мысль, мы что-то долго этим занимаемся. Пожалуй, я тоже передохну. Ох. Тут, видимо, здесь все надо прожимать, это, ребята, ведьмак начинается. Как тебе наша новая квартира? Может, тут не так хорошо, как в нашем старом доме, но мы будем стараться. Пока мы вместе, у нас есть все шансы превратить это место в настоящий дом. А, я скучаю по Джерси. Знаю, приятель. Ну, пожалуйста, дай этому месту шанс. Занятия в школе начнутся через пару недель. Там ты сможешь найти новых друзей. А, наверное. Найдешь, я уверен. Иметь такого друга, как ты, Сал, будет счастлив каждый. Спасибо, пап. Угумс. Так, я скучаю по маме. Ну да. Я тоже, приятель, я тоже. Понятно. Постарайся не вляпаться в неприятности.
Вот бы немножко что-то даже прояснили. Значит, мы переехали. Раньше мы жили в Джерси. Что-то случилось с мамой. То ли заболела, то ли еще что-то произошло. И... О, вот эта котейка, классно, вообще супер. Погладить можно? Гизмо. Котейка зовут Гизмо. Ууу, приставка. А я никак найти не мог. Зато я смог. Так, давай котейка погладим. Гизмо, я смотрю, ты уже освоился. Здорово тебе, наверное. А Гизмо пофиг. Давай, за усы дерни хотя бы. Нет? За лапу пощекать. Мне кошку, кстати, за лапу, когда щекотишь, такая, она во сне. Тык-тык. Потом тык-тык-тык-тык. Бежит такая. Нормально. Ну так многие кошки, наверное, делают. Вряд ли только моя. Так, розетка. Здесь что? Ванная. О, холодильник, давай открывай, пожрем. Нет? О, пакеты. Обыкновенные продуктовые. Пакеты, так, которые отец купил в магазине, ничего примечательного. О, отец пакеты покупает. Ладно, я просто так прочитал так криво. Мусорка, и там тупик. Ну, пошли в ванну зайдем. Здорово, ванна. Вантус, действительно, вантус это очень нужно. Можно... О, погоди, снотворное. Отец все еще плохо спит после... А, тварь не договаривает. Ну забери снотворное, это наверняка пригодится кого-нибудь усыпить. Нет? Ладно. Я понял, надо уходить. Надо уходить, кого-то искать. Квартира Салад, 402. Постучать. Ну давай с 401 начнем, кто здесь? Никого нет дома, понял. Мне говорит, кот так же делает. Ну вот я же говорю. Так, лифт. Ух, дядя. Что происходит? Здрасте. Уйти. Так, что вы здесь делаете? Слежу, чтобы мелкие чудаки вроде тебя не увидели там то, что им видеть не подобает. А теперь брысь отсюда. Я в няньке не нанимался. А вы кто? Твоя, блин, фея крестная. А сам-то как думаешь? Я офицер полиции. Так что прояви ко мне хоть немного уважения. О, а сам главное без уважения ко мне, а я к нему уважение проявили. Хватай пистолет и застрели его. Что произошло? Это уже дело полиции, парень. Почему бы тебе не вернуться к мамочке с папочкой? Если бы это было возможно. Чего-чего, умник? Ничего. Вот-вот. Тупой чудило. Бу-бу-бу-бу-бу. Нормально так он меня приложил. Так, ладно, туда нас не пропускают, значит надо жать лифт. Поехали. О, поставьте ключ-карту, то есть еще вот так, да? П, подвал. А, понял, е. Погоди, почему единичка со звездочкой? Это что значит? Нам туда надо, что ли? Типа подсказка, куда нам надо? Давай посмотрим. 101. Миссис Гибсон. Слушай, я бы сказал, что это какая-то наркоманка, либо зомби. Да чего тебе надо? Не рановато ли для Хэллоуина, а? Дурацкие бесполезные дети. Жесть вообще. Адская тетка-наркоманка. Ладно, пошли дальше. 103. Эдисон какой-то. Уть, мистер Эдисон. О боги. Какое ужасное. О, извини, давай заново. Добрый день, молодой человек. Новый житель апартаментов Эдисона из квартиры 402. Чем могу помочь? Откуда вы меня знаете? Я знаю все и всех в этих стенах, сэр. Но лучше бы тебе это запомнить. Можно мне войти? Боже мой, нет. Боюсь, что я слишком уж ценю свое личное пространство. Надеюсь, ты меня понял. Разумеется. До свидания. Прощай, мой друг. Руш, а что я ищу здесь? Никого нет дома. Ой, какой-то высокий. Что здесь случилось? Здравствуй, юноша. Ты поселился здесь сегодня, верно? Да, сэр. Я уже поговорил с твоим отцом. Судя по всему, во время вчерашних событий вы были за пределами штата. История убедительная, все в порядке. Постарайся нам не мешать, мы расследуем серьезное преступление. А произошло убийство? Я не могу об этом говорить. Пока. Он мне будет детектив-идиот, я понял. Просто голос сам подобрался под него. Но, видимо, здесь мы тоже ничего не можем найти. Какой второй этаж теперь?
второй этаж. Я все ищу какую-нибудь циферку, видите, до угла хожу. Но там ничего нет. 201. Так, думаю, никого нет дома. Не факт, да? А почему он здесь думает, что никого нет дома? Какой-то странный звук там слышится, такой тихий. Тоже никого дома. Какой-то второй этаж пустынный. Ой, Чарли. Да, кто там? Здравствуйте, я только что сюда заселился, хочу познакомиться с соседями. Ладно, входи. Привет, меня зовут Сал. Мы с отцом переехали сюда сегодня. И что это ты напялил на свое лицо, парень? А, я понял. Вы ведь, подростки, постоянно ищете способы самовыражаться. Я ведь и сам когда-то был молод. Я все понимаю. Главное, чтобы на эта маска не означала принадлежность к преступной банде. Ты ведь не вступал в банду? Нет-нет, что вы. Чудненько. Ну а я Чарли. Не трогай мои вещи, и мы поладим. Я коллекционер, и коллекция у меня большая. Эти вещи мне как семья. Поэтому, если ты хочешь пальцем, если ты хоть пальцем тронешь мою коллекцию, считай, что наехал на мою семью. Уясню? Да, сэр, не вопрос. Я не доставлю вам хлопот. Вот и славно. Так, можно с ним поговорить, взглянуть. Узри величие моего полного набора поняшек-блестяшек. Собрать полный набор поистине великое достижение. Смотри на них, сколько влезет, но трогать не вздумай. А что за поняшки-блестяшки? Он еще забыл вот так сделать. Вы видели эту глубину взгляда? Этот вот... Жесть вообще. Вроде бы просто тупо картинка двигалась. Но вот... Сколько эмоций от нее. Господи, пацан, ты что, не смотрел поняшек-блестяшек «Радужное представление»? Лучше мультика и не придумаешь. В нем полно драмы, экшена, романтики, юмора, да и всего остального, чего только душа пожелает. А поняшки, ох, поняшки, они божественные, да. Кажется, я его пропустил. Посмотрю при первой же возможности. Уж пожалуйста, поверь мне, ты не пожалеешь. Понятно, что тут еще есть. Уйти, а здесь ничего. Давай поговорим с ним. Итак. Да, понимаю, ты лишился дара речи, увидев мою шикарную коллекцию. Конечно, конечно. Ты, главное, не переживай, можешь заходить ко мне и смотреть на нее в любое время. Спасибо. Милая квартирка. Это мой личный рай, только я и мои вещи. А, вы живете здесь один? Один? Да ты оглянись, у меня отличная компания, а другой мне и не надо. Но вообще, да, славно, что время от времени ко мне заходят гости. Странный он какой-то, я скоро вернусь. Так, ну, видимо, больше ничего нету. Так, 204-я квартира, квартира Чарли. Мне кажется, с ним надо будет что-то делать. У него какой-то там свисток за креслом. Возможно, нам придется что-то у него забрать. Так, третий этаж. Так, мокрый пол. Сейчас туда сходим. Опа! Ну как так? Я хочу пройти. Привет. О боже! Прости, ты меня немного напугал. А ты должно быть новенький из 402, да? Сегодня такая суматоха, что у меня не было ни одной свободной минутки, чтобы заглянуть к вам и поздороваться. Да мы тут все вместе с папой. Меня зовут Сал. Приятно познакомиться, Сал. Я Лиза. Я здесь за главную слежу, чтобы все было в порядке. Так что, если тебе что-нибудь понадобится, не стесняйся и спрашивай у меня, ладно? Хорошо, спасибо. Да не за что. И что, можно спросить? Привет, Лиза. Привет, Сал. Как дела? Давно тут работаешь? Вообще, я здесь не только работаю, но и живу. Если срочно нужно будет убраться, я тут как тут. Не знаю, как тебе наговорили остальные, но тут уже очень даже неплохо. Для меня это место уже 10 лет как родной дом.
Что другие думают об этом месте, сменить тему, так, неплохое местечко. Это точно. А что другие думают? Ой, да всякое, этому зданию уже более сотни лет, представляешь? Люди постоянно на что-то жалуются, но от меня ты жалоб не услышишь. Им я предпочитаю действия, вижу проблему, сразу устраняю ее. Да многие и правда жалуются по всяким мелочам. Ну такие мелочи не стоит обращать внимания, Сал, ни за что не стоит так делать, понимаешь? Ты права. Делай как я, замечай лишь хорошее, то, что делает тебя счастливым, и не трать свои силы ни на что другое. Я понял, сменить тему. А ты знаешь, что произошло в 403-й? Жаль, что у вас с отцом такое неприятное первое впечатление. Уж поверь, обычно тут все обходится без таких жестокостей. Бедная миссис Сандерсон. А кто такая миссис Сандерсон? Неважно. Не забивай себе голову столь ужасными вещами. Как тут можно отвлечь себя от скуки? А знаешь что? У меня есть сын, он твоего возраста. Думаю, вы здорово поладите. Вот внизу в нашей квартирке загляни к нам, познакомься. Хорошо, скажу, поздороваюсь. Отлично, его зовут Ларри, он в подвале, скажи, что ты от меня. Однако, чтобы попасть туда на лифте, тебе будет нужна карточка. Вот возьми, у меня есть запасные. Класс, спасибо. О, прикольно, у нас карточка появилась. До скорой встречи. Так, кто тут у нас? Никого. Есть тупичок. Остался пятый этаж, по-моему, да? На четвертом мы все проверили. Пятый и подвал. Оу, внимание, в настоящее время этот этаж ремонтируется. Пожалуйста, проследуйте к ближайшему выходу. Оу, так это же наше дело. Сейчас мы что-нибудь найдем наверняка. 501, оторвалась. Заперто. Специально сделал ударение такое. Везде заперто. Надо ключи, наверное, искать. Здесь наверняка что-то было. Что-то произошло. Бомжара! Эй, простите, не знал, что здесь кто-то живет. Здравствуйте, сэр, вы в порядке? Зря ты сюда пришел. Простите, я хотел познакомиться с соседями. Темное место. Это здание. Здесь творятся ужасные вещи. Вы точно в порядке? Какого лешего? Какого? Не понял, что он пропал-то. Мистик, ла мистик. Уйти. Ванная. Странно. Дверь в ванную закрыта. Интересно, да, уйти. Вот это было интересно. Хорошо, значит, нам в подвал. Карточка-то появилась уже. О, стиралки. Стиральная машина. О, я однозначно ей воспользуюсь. Нет. Смешно. Так, что тут? Дихлофос, Lost Pounds. Так, потерянные вещи. Так, здесь больше интересная стиралка. Одна, две, вторая. Ага, вторая тоже самое говорит. Лифт это наше. Здесь можно покушать. Не особо голодный, но монетка, кстати, где-то валялась, я помню, за папаней, по-моему. 1Б, видимо, нам сюда. О, хорош. Здесь уютненько у них. Пицца, покушать, сундук, нет. Там, наверное, Айзек сидит. Ванная. Такая же квартирка, как... Мать-перемать, что это было? Черт возьми. Какой-то мегапризрак, видали, это полтергей. Ванная. Хватай вантус и... Я не знаю, будем защищаться. От полтергейста. Так, а где сын-то? А, вот, наверняка, комната Ларри. А это комната Лизы. Ну-ка, заперто. Понятно. Нам только к Ларри, пошли. Ларри, твоя мама сказала зайти познакомиться. Я только что заселился в 402-ю комнату. А, заходи, дверь открыта. О, художник. О, господи, боже мой. Вау, клевая маска. Это протез. Ой, блин, ты уж извини. Да ничего, мне говорили вещи и похуже. Рад, что тебе понравилось.
А еще я девочка. Саш, такая неожиданность. Так, а у тебя типа под ней лица нет? Что произошло? Я не хочу об этом говорить. Лады, сменим тему. Меня Ларри зовут. Я живу тут внизу со своей мамой. А я Сол. Друзья называют меня Салли Крамсалли. На днях переехал сюда из Нью-Джерси. Салли Крамсалли? Ну, видимо, настоящих друзей у меня не было. Так что, когда эти уроды начали меня так называть, я решил оставить это имя, лишив их возможности дразнить меня. А ты чел непростой, Сал. Странный малый. Нравишься ты мне, мы точно поладим. Ха, твоя мать сказала то же самое. Нам знает, как лучше. Ууу, как тут вообще дофига всего. Ну давай по очереди, почему ты живешь в подвале? Моя мать говорит, что это для того, чтобы не завелись крысы. Но я уверен, что ей дали эту комнату бесплатно, потому что она тут убирается и все такое. Тут круто, мне нравится. Я могу слушать музыку на полную катушку, пока мамы нет. Круто. Ага, подвал, словно моя собственная бэт-пещера. Мне нравится твоя футболка. Спасибо, надпись на ней значит «Салли в Крамсалли». Получается, у меня есть свой собственный бренд одежды? Ха-ха, на самом деле это мерч метал группы. Смысловая фальсификация. Любишь метал? Не знаю. Значит, сейчас мы это проверим. Зацени-ка эту песню. Это их первый сингл. Альбом выйдет через пару месяцев. Надеюсь, YouTube не выпилит. Я, если честно, не слышу, что там происходит. О-о-о-о! Давай! Адуй! Ла-ла-ла-ла-ла! Все, можно прекращать? Я не понял, они долго будут этим заниматься? А, о, надо было всего лишь пошевелиться, прикиньте. А я тут слушаю, танцую, люди вон танцуют в чате. Так, ладно. Что произошло в 403-й? Ш, потише, чел. Почему, что такое? Убийца все еще в этом здании. Откуда ты знаешь? Я все видел. Ты что, под кайфом? Ах, если бы, чел. Стримач полный. Так что произошло? Я прочистил туалет для миссис Сэндерсон. И тут ворвался он, крича как сумасшедший. Я знаю, что ты сделала. Херман все мне рассказал. Ты тупая... Су. Она хотела его успокоить. Но и слова сказать не успела, как он перерезал ей глотку. Слова сказать не успела. Я был в шоке, меня словно парализовало, чел. Мог лишь смотреть на все это через дырку в двери ванной. В общем, все произошло мгновенно, он почти сразу же замел все следы. Не знаю каким чудом, но он меня не заметил. Я никому об этом не рассказывал, даже маме. Но я тебе доверяю. Ты знаешь, кто это сделал? Ага, наверняка это Чарли. Стрёмный чел с 204-й. На нем были перчатки, так что не думаю, что он оставил отпечатки. Может, скажешь копам? Я пытался рассказать детективу, но он сказал, что у меня нет доказательств. Будто моих слов мало. Ладно. Что не так с парнем в 103-й? Мистер Эдисон, владелец этого места. Он ни разу не покидал квартиру, всегда общается через щель для почты. Хороший чел, но странный. Если ему скажешь... Чай Эдисона, будьте добры, спасибо, он заварит свой знаменитый чай. О, спасибо. Самому мне не нравится, но взрослый от него без ума. Хорош, значит нужно пойти чай Эдисона заварить, да? Ну-ка, еще раз поговорить. Так, нет, все было. Так, о, радио. Дорога в Эльдорадо. Это ОКВ-сканер с настройкой на полицейские частоты. Могу слушать, о чем треплются копы. Где ты, черт возьми, его достал? В другой раз расскажу. Но эй, ты мне только что отличную идею подал.
Если я сделаю ложный вызов, может получится их отвлечь, чтобы ты успел проскользнуть 403-ю. Может найдешь там какие-нибудь улики для детективов. Что-нибудь, что они пропустили. Быстро ты меня на взлом уломал. Вообще нормально. Ну я просто позвоню отсюда и... Да я прикалываюсь. Я полностью за. Я так и хотел туда заглянуть. Чудесно. Так каков наш план? Я позвоню и скажу, что ограбили банк и взяли заложников и копов, как ветром сдует. Думаю, это даст нам несколько минут, пока они не сообразят, что их накололи. Когда я позвоню, ты уже должен быть наверху, чтобы не терять времени. Можем общаться по рациям, у меня есть. Так что я смогу тебя маякнуть, когда пойму, что копы возвращаются. По мне, вполне надежный план. Только, может, не ограбление банка, а разбойное нападение на заправку или аптеку? Так будет правдоподобнее. Ага, думаю, ты прав. Клевая идея, Салли. Вот, держи. Гони в свою комнату и дай знать, когда будешь готов. Просто нажми «У», чтобы связаться со мной. Руш, так, что тут еще есть? Картина. Мне нравятся твои картины. Спасибо, чел, это моя страсть. Хорош. Так, все, ребят, поехали. Значит, везде мы побывали, нам либо надо чай Эдисона заварить съездить. Судя по всему, да? Давайте попробуем, заварим чай. Это нам надо на первый этаж. И вот сюда. Так, это все то же самое. А, вот, чай Эдисона, будьте добры, спасибо. Да, минуточку. Держите, сэр. Приятного чаепития. Так, ну чай нам наверняка пригодится, я уверен. Так, и значит, нам нужно идти в нашу комнату. Наша комната на четвертом этаже. Прям в комнату надо войти, интересно. Котейка. Игрик. Зову Игрик. Так, я у себя. Ладно, приступим. Я сейчас позвоню им, погоди минутку. Можно? Готово, я слышал какую-то толкотню, похоже, наш план сработал. Иди в 403-ю. Хорош, иду. Бегом. Пробраться. Пятерка. Я вижу цифру 5. На подушке. Вон там. Осмотреть. Тут сломанный журнальный столик с книгами. И чё? Блин, какой-то баг, надо подождать. А, во. Как думаешь, это важно? Да нет, просто хлам. Ладно, тогда ищи дальше. По-любому должно быть что-то еще. А, что тут еще? Чувак, это просто жесть. Что-то как-то забаговано. И не говори. О, поняшки, смотри. Тут эти фигурки, похоже, одной не хватает. Потому что тут будто бы след от нее в пятне крови. Ага, я понял, как нам его найти. Сматывайся оттуда и спускайся ко мне. И Сандерсон, и Чарли коллекционировали эти странные игрушки. Они прям поехали на этой теме. А миссис Сандерсон достала какую-то супер редкую. Это она мне рассказала, когда я ее туалет чинил. Я уверен, что Чарли хотел заполучить эту фигурку. Вообще не удивлюсь, если он замочил ее именно по этой причине. У меня от этого чела мурашки по коже. Если в нем что-то настораживающее... Ой, есть в нем что-то настораживающее, смекаешь? Ого, жесть. Этого мужика по-любому должны задержать. Мы же не можем жить с соседом-убийцей. Точняк! Поэтому ты должен проникнуть в квартиру Чарли и поискать ту игрушку. Стой, а почему снова я? Я ведь уже был в 403-й. Чарли терпеть меня не может, однажды он обвинил меня в краже его закусок. Жиробас хренатый. Ладно, ладно, сделаю, иначе точно не усну. Супер, Салли, ты мужик. Вот, возьми этот пакетик, ты сможешь положить в него фигурку, не трогая ее пальцами. И почему у меня такое чувство, что ты уже подобное проворачивал? Ха-ха, не, я просто слишком много смотрю телек. Ага. А еще можно поговорить с ним?
Так, я у Чарли, но он не подпустил меня к своим вещам. Было дело, было. Хм, придется попробовать по-другому. Есть предложение. Все, что мне известно о Чарли, это то, что он любит есть и собирать вещи. Ладно, я что-нибудь придумаю. Тут живут привидения? Что? Опять? Только не это, это тебе Пых рассказал. Нет, просто у меня какое-то странное чувство. А что еще за Пых? Наркоман местный, что ли? Толстяк с третьего этажа, трудно не заметить. Я в призраков не верю, еще ни одного не видел. Ну, наверное. Включишь, говорит, еще смысловую фальсификацию. Так, а про 103 вроде бы я спрашивал уже, да? Да. Увидимся, ладно. Так, как нам с вами... Так, что... Удачи, чувак, Сали Крамсали. Так, погоди, какие у нас есть шмотки? Смотри, у меня есть гирбой, у меня есть ключ-карта, рация, чай и пакетик. Ну, пакетик понятно для чего. Карта, рация, геймбой непонятно для чего. Есть только чай. А почему цели никакой нету? Что с этим чаем можно сделать? Так, этот чувак сказал, что он любит есть. Ну, пошли сходим к Чарли, проверим, может он чай хочет попить. И пока он типа пьет чай, мы там как-нибудь что-нибудь упрем в него. Ну-ка. Поговорить. О. Нет. О, смотри, он сам. Я учуял чай Эдисона. Да, эту чашечку мне дал. О, обожаю чай Эдисона, давай сюда. И чё? А, как вкусно расслабляет. Во-во-во, смотри, он уснул. Так. И как тебе? Эх, видимо, я ненадолго задремал. Надеюсь, ты не думал трогать моих пони, пока я спал, Сал. Ведь ты начал мне нравиться. И в мыслях не было, Чарли. Отлично, я рад. Слушай, если ты достанешь еще немного чая, я буду крайне благодарен. А то мне мистер Эдисон сказал, что на сегодня все. Ага. Я понял, мне подсказали в чате. Хотя, в принципе, я о чем-то таком начинал догадываться уже. Нам нужно взять чай и смешать его со снотворным у себя в ванной. Вот так вот. Так, давай нам чаек. Дай чая. Спасибо. Так, чай есть. Теперь мы едем к себе. Так, сортирную. И вот снотворное. Эти таблетки наверняка вырубят жирного ублюдка. Хорош вообще, как я его, а. За глаза. Так, стоп. А, чай плюс снотворное, все в порядке. Уже все смешалось, ребят. Так, погнали. Погнали к жирному ублюдку. О, мент вернулся, кстати. Чуть-чуть, я иду к тебе. Ну что, на, пей. Принес еще чашку чая. Это прозвучит странно, но несмотря на всю свою любовь к этому чаю, я не знаю, влезет ли в меня еще одна чашка. Правда? Но ведь он такой свежий, вкусный и горячий. Ну, возможно, хотя нет, я не хочу переборщить. Я и так выбил за сегодня чашек так 20. Вы уверены? А ведь эту порцию мистер Эдисон заварил по новому рецепту. Я уже выпил 3 чашки, и, как мне кажется, этот вид чая гораздо лучше остальных. Я даже... О, я обязан его попробовать, давай сюда. А теперь он уснет. Ах, как вкусно. Не знаю, как он. Достижение открыл, поспи. Так, и чё, как? Пакетик. А как его применить-то? Может, надо взглянуть? Игрушка у меня. 1-0. Все, я забрал игрушку. Еще одну. Так, и что теперь? А, надо с этим связаться. Нет. Видимо, надо просто к нему сходить.
Давайте сходим к чуваку. Пишут, что нужно с Пыхом на третьем этаже поговорить. Да ты чё, прикалываешься, что ли? А где там Пых-то? Так, погоди, это не Пых. А где Пых-то был, я забыл. А, о, погоди, его раньше не было. Привет, я только что сюда заселился. Хочу познакомиться с соседями. Здесь была табличка «Мокрый пол» раньше. О, привет. Я Сал. Ха, только что переехал. Можешь называть меня Салли Крамсали. Пых. Привет, познакомиться. Салли Крамсали. Взаимно, Пых. И чё, и все? Как ты получил свое прозвище? Ась, какое прозвище? Забей. В этом доме водятся призраки? Ты тоже тут видел, так? Да, думаю, видел. Я так и знал. Знал, что я не сумасшедший. Ха-ха. Так ты видел этого того старика? Старика? Не, по-моему, это просто спятивший бродяга, который иногда спит на пятом этаже. Но я видел много других вещей, чел. Более безумных, чем обычный старый бомж. Типа предметы, которые двигаются сами по себе, странные звуки и все такое. Я об этом всем рассказываю, но мне никто не верит. Ну, я тебе верю. О, спасибо, Салли, Крамсали. О, однажды я видел девочку. А? Девочку. Думал, это дочь того бездомного, но она просто взяла и исчезла. Вот почему я закрыл ванную на ключ. Слишком страшно. Стоп, у тебя есть ключ от 504? Да, я его на полу нашел. Давай вместе посмотрим. Ни за что, я туда не пойду, там призраки. Может, тогда одолжишь мне ключ? А я гляну, насколько там безопасно. Нельзя просто взять и дать ключ. Но могу его на что-нибудь поменять. На что? Если дашь мне ключ, я дам тебе... Чашка чая, рация, наверное, гербой? Давай гербой дадим. Я должу тебе свою приставку. Не, спасибо, у меня есть. Но я бы взял сладости или деньги для старого автомата с едой. У тебя есть что-нибудь из этого? Нет, но кажется, я знаю, как это исправить. Так, кстати, денежка за моим отцом лежала. Но я не знаю, как его сдвинуть, если честно. Ладно, давайте съездим в подвал. Я бы, говорит, чуваку с именем Пых вообще не доверял, пишут мне. Давай, сгоняй в подвал. Ну, где ты тут? Ой, погоди, не туда пошел. Сейчас, быстренько. Давай, топчи, топчи, кипаут. Я достал игрушку. Отлично, мистер Лавкач. Я знал, что ты справишься. Спасибо, чел. Я там даже на секундочку занервничал. Еще бы. Осталось только отдать ее детективу, и дело сделано. Все хорошо, я понял тебя. Давай детективу отдадим. Только, по-моему, по американским законам, я не знаю, как по нашим, типа, улика, которую получили незаконным путем, не может учитываться в расследовании. Что-то такое там как-то это звучит. Ну, давай попробуем вручить ему. Как дела, офицер? Ба-ба-ба-ба. Не устали вы так весь день стоять? Вручание. Есть новости об убийце? Я забыл, как я его озвучивал. Если я узнаю, что ты пытаешься подсунуть ложные доказательства, что ж, молись, чтобы я не узнал. Как дела, офицер? Бу-бу-бу-бу-бу. Кажется, я что-то нашел. О чем ты, парниша? Ну, я... Слушай, я занят. Если у тебя что-то важное, расскажи об этом детективе на первом этаже. А, все, понял, к детективу пойдем. Так, а монетку можно как-то достать? Ну-ка, сейчас мы попробуем отца-то сдвинуть. А, он уже спит. Нормально, что наклюкался, прикинь. По крайней мере, он пытается. Не пьет, старается продолжать жить. Верить в меня. О, четвертак. Мое. Хорош, это четвертак мы сейчас дадим Пыху, а он нам даст ключ. Ух, классно, вот это завязочка, ребятка. Так, Пых на третьем. Обменяться. Четвертак.
О, чувак, ништяк, набери. Отлично. У нас есть ключ. Теперь пошли к детективу. Кажется, на первом был этаже, да? Где-то справа. Нет, я что-то пере... А, да, все здесь. Здравствуйте, детектив. Привет, Сал. У меня есть улика. Посмотрим. Это из квартиры Чарли. Откуда она у тебя? Я просто ходил и здоровался с новыми соседями. Ну, понимаете, знакомился со всеми. И к Чарли тоже заглянул. Он показал мне свою коллекцию игрушек, и я заметил, что на одной из них кровь. Я подумал, что это наверняка поможет расследованию, поэтому и положил ее в свой пакетик из-под ланча. Так-так. Юный детектив берется за дело. Ха, неплохо, пацан. Приму это к сведению. Но давай в следующий раз ты сперва сообщишь обо всем нам, а не подвергнешь себя опасности. Хорошо, сэр, договорились. О, новый акт. Ты куда? Welcome home. Добро пожаловать домой. Я могу выйти на улицу. Судя по всему, давай глянем. О, опять детектив. Видимо, у нас... А, он пропустил. Взяли сало. Можно поговорить с ним, смотри. А что там дальше? Здесь тупичок. О, взглянуть можно. Смотри, морг. Поблизости никого не было, так что я заглянул в окно фургона. Жесть. А, это все? Погоди, я наверх еще не сходил. Подобное зрелище ужаснет любого, что уж говорить о подростке. 15 лет стать свидетелем двух чудовищных сцен, это наверняка оставило свой отпечаток. Да, возможно. А еще спустя годы были найдены новые улики, так что было доказано, что Чарли обвинен ложно. О! Невиновный человек, столько лет просидевший за решеткой. Что ты чувствуешь, когда думаешь об этом? Я не верю, что это был не он. Угу, ты уже говорил. А что насчет Ларри? А что с ним? Как я и говорил, мы дружили, пока учились в школе. А после? Перестали общаться, потеряли связь после выпускного, даже не знаю, где он сейчас. Кажется, тебя напрягают упоминания о нем. Я просто не понимаю, зачем спрашивать одно и то же из раза в раз. Мне казалось, вы должны помочь мне. Я понимаю твои чувства, Сал. Правда. И я хочу помочь тебе, но вижу, что что-то не дает тебе двигаться дальше. Я не могу помочь тебе, если ты не будешь до конца откровенен со мной. Понимаешь, к чему я клоню? Да, возможно. К сожалению, на сегодня наше время истекло. Подождите. Я... Ларри... Прости, здесь строго следят за графиком. Пожалуйста, прибереги мысли для следующей встречи. Следующая встреча будет последней перед твоим судом. Позволь помочь тебе. Я не думаю, что ты убийца, Сал. Точно убийца. Кого я убить успел? Похоже, только вы так и думаете. Офигеть. Вот это психоделика, а? Смотрите продолжение в следующей серии. Не забывайте подписываться, ставить лайки и читайте описание, чтобы найти ссылку на плейлист.